Южноуральский государственный университет уже в третий раз отправляет студентов на строительство космодрома «Восточный». Наше участие в космодроме «Восточный» достаточно велико. Во-первых, наш университет подготовил первых инженеров для космодрома «Восточный» по специальности стартовые комплексы. И тот первый пуск, который там состоялся, готовили выпускники нашего университета. Поэтому космодром «Восточный» для нас – это наш космодром. Студенческие отряды приступили к работе по устройству дорожного полотна. На данный момент на космодроме трудятся студенты аэрокосмического факультета, архитектурно-строительного института и высшей школы экономики и управления. Исполняющий обязанности командира 6-го ЮУРГУ Семен Глушенко был на работах прошлым летом и гордится тем, что студенты вносят свой вклад в развитие страны. Ребята будут работать до конца октября, и для них будут созданы условия для обучения, чтобы не отставать от программы. Придется нагонять на самом деле всю упущенную информацию самим, то есть лично обучаясь. Если у них возникнут проблемы при сдаче сессии, то им официально продлят сессию без потери стипендии на тот период времени, на который они прибывали на космодроме «Восточный». Работа на космодроме «Восточный» – это хорошая возможность поучаствовать в самой крупной стройке страны. Студенческие отряды ЮУРГУ уже третий год подряд вносят свой вклад в строительство космодрома и достойно представляют родной Южноуральский государственный университет.